И еще раз к Василию Шумову невольно обращусь. 2 декабря у нас вообще грандиозное событие, но не в магазине, а в клубе «Хлеб». Наш основной партнер магазина, издательство «Геометрия», отмечает 10 лет, будет достаточно большой по нынешним временам рок-фестиваль. То есть где-то 10-11 групп, тех, которые на «Геометрии» издавались. Это 2 декабря, еще раз повторюсь, в клубе «Хлеб», начало в 7, закончится, я думаю, часа в 2 ночи. Ну, там будет, соответственно, аукцион, там будет выход, там будет вежливый отказ, там будет «Ночной проспект», «Иванова», будет «Контора Кука», будет «Точка» Леонида Федорова. Ксения со своей программой, мы тоже ее издали, кстати, очень интересная музыка, если кто не слушал, рекомендую. И, наверное, я кого-то забыл, но в любом случае вы можете обратиться к каталогу «Геометрии», например, на сайте и узнать, кто там будет. Единственное, кто из наших, так, в кавычках, не будет, это телевизор, потому что у них так концерты легли, что не, ну, не очень им удобно. 8 в Москве и 3 в Питере, ну и как бы уж насиловать людей так мы не хотим. Вот. Я вас туда приглашаю, думаю, что событие будет, ну не побоюсь этого слова, достаточно яркое. Все-таки боялся слова грандиозное. И, собственно, вот это все, что я, пожалуй, хотел сказать.